Я думаю, что на этих выборах мэр Москвы Сергей Семенович Собянин будет открывать эстакады, перерезать ленты в вновь построенных прекрасных московских школах, показывать, насколько трансформировалась и изменилась система здравоохранения. И это действительно так. Глупо с этим спорить. Но мы будем говорить о людях. О людях, которые в Москве, о людях, на которых не обращают внимания очень часто. Как мы это делали всегда. Мы будем говорить о ветеранах-афганцах. Мы будем говорить о людях с редкими заболеваниями. Мы будем отстаивать права инвалидов. Мы будем говорить о семьях, о детях и о женщинах. О тех людях, которые в общей массе вот этой цифры, которая идет вот реестра, они не видны. Но мы с ними обязательно встретимся. Мы познакомимся с ними, мы познакомимся с их